Женское счастье для меня – это постоянный поиск баланса работы и личной жизни. Как и любая женщина, я мечтаю о том, чтобы я была востребована не только в семье, в коллективе, но и самореализовалась. В свободное время я рисую, шью одежду, кастомизирую ее. Мечтаю я банально, чтобы у меня была здоровая семья. Я отвечу на это очень просто. Важно любить, что ты делаешь, чтобы быть счастливым каждый день. На работе меня мотивирует то, что я причастна к производству качественного продукта и всегда есть возможность развиваться. Не буду скрывать, моя работа – это про 24/7. Завод работает круглосуточно, поэтому нужно мне быть включенной в процесс постоянно. Я выбрала изначально именно эту профессию, потому что я по образованию инженер-технолог пивоваренного производства. Меня мотивируют люди, которые вокруг меня. Они всегда придут на помощь, всегда подскажут. Когда я устраивалась, у меня не было страхов, потому что я была уверена в себе, то, что я справлюсь со своей должностью. Важно любить – это единственный шанс двигаться вперед, не сдаваться и добиваться поставленных целей.